на улице, когда встал был лед ледяной. В бочках вода покрыта ледом. Теперь уже она уже немножко растаял. Вот кусочки видны. Сперва тут все льдом было. Набрали полно яблока, их еще тут видимо невидимо осталось. Рушится все. Хотя тут набрал много, а их еще тут полно. Из клена падают листья, тут еще не падают. Там еще яблоки. А вот эта черешня какая выросла, большая, которую однажды купили где-то 3 или 4 года назад и посадили. Тогда еще в автобусе ее привезли. Теперь уже мы в автобус не влезли. Вот это топинамбур растет, как сорняк, вот его полно. Вот сколько их. Все уже не растет, а он еще растет. И вот эти малины, их сорт уже тут, не знаю, может 5-ю неделю где-то приезжаем покушать малины, они все новые и новые вырастают. Уже столько много покушал, и их очень хороший сорт. Ну, может, что еще тут травы нет, почва прополена. Уже похоже. Уже кончается. Хотя нет, вот тут вот растут еще. Свежие, но, наверное, уже самый яркий сезон уже прошел. Тем более теперь каждый день их тут кушают почти. Уже холода приходит. Приходит, если лед уже в бочках. Я тут уже обобрал